Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в RimWorld. Так, секундочку. В RimWorld Альфа 13. Так, мы нашли залежи урана. Где уран? 4000. Блин, уран легче добыть, чем пласталь. Охренеть, охренеть. Ну, уран это тоже приятно. Уран дорогой, если не ошибаюсь. Так, хорошо, что у нас здесь в целом произошло? У нас Паула уже пришла в себя, да, иди оденься, не позорься. Так, Паула у нас оделась. Мы должны были разобраться с вами с аккумуляторами. Так, как мы поступим? Давайте сначала поставим аккумуляторы, которые нам предстоит и так поставить. Так, это аккумуляторы 1, 2, 3, 4, 5. Допустим. Так, здесь мы тоже сюда их подвинем. Суть в чем, как я хочу сделать. У нас здесь будет ряд аккумуляторов по стеночке. Тут двойной ряд аккумуляторов. И тут тропинка, и тут тропинка. То есть, чтобы мы могли в любой ситуации к ним подойти. Так, давайте аккумуляторы влепим вот сюда. Однозначненько. Вот так и вот так. Еще вот так можем сделать. То есть, эти аккумуляторы при любых обстоятельствах там будут находиться. Так, провода здесь у нас лежат, или это оно учитывает аккумуляторы? Вот, вот что еще не ясно. Вот так у нас будет проходить дорожка, в общем. Давайте, приступайте, ребятки. Так, и вот здесь давайте два кабеля проведем. Так, вот так, чтобы у нас здесь стопроцентная энергия была. Даже если взрывы какие-то будут, сетку такую сделаем. По стандартику. У нас же стали дохренища теперь, мы же мажоры. Могем себе позволить. Так, компонента у нас должно хватить на все аккумуляторы. Так, тут что у нас? Уран нашли и все вроде, да? И вроде бы все. Ну ничего, уран мы, конечно же, добудем. Так, вот еще компонент. А, нет, стена из песчаника, стоп. Вот это уже меня капельку пугает. Посреди этого стена из песчаника. Так, давайте медикаменты, конечно, заберем. 16 штук халявных медикаментов. ЕПРСТ, вы что? Так, я же вас всех освободил. Да, освободил. В территориальном плане. Так, аккумуляторы вроде ставят. Правильно, срубай дерево, но там нахрен нам не надо. Второе тоже нам там не надо. Так, эти аккумуляторы подключены к другим? По-моему, нет. А, нет, сейчас просто минус энергия идет. Тогда все правильно. Тогда ждем утро, и утром уже переставим эти все аккумуляторы. Надеюсь, мы не потеряем энергию с них. Будет неприятненько немножко так. Так совсем, не по себе. Так, здесь мы протянули по стене. Давайте здесь еще вот так сделаем. Вообще, в идеале нам надо вот это все убрать. Вот это все убрать и провести по стене. Вот, вот серьезно. Давайте, ребятки, тогда сделайте. Вы тут уже все додолбили. Все, молодцы. Тогда выдолбим вот это все к чертям. Ставим там нормальные человеческие стены. Давайте еще вот это выдолбим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, вот это все убираем. Чтобы оно нам не мешало. И это будет уже совсем другое дело, мне кажется, во всяком случае. Так, все, энергия пошла, давайте передвигаем. Так, переустановить. Вот, есть кнопочка такая. Так, переустановить. Это ЕПРСТ. Переустановить. 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 Так, эти могут тут и оставаться, кстати. Эти могут тут и оставаться, мы просто еще достроим. Так, 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 да, все. Мы еще достраиваем 5 аккумуляторов. У нас будет мега-мега-мега-супер-пупер запас аккумуляторов. Так, теперь стоям бы. А, здесь они пусть выбьют стены. Поломка генератора. Почините, в чем проблема? Молодец, Чан. Блин, ты Чан нас спасаешь в этих всех ремонтно-строительных ситуациях. Так, вот это все говнецо уберите. Так, там стены выбили тоже, это уберите. Все, найс. Так, теперь мы приказ даем сделать здесь стены и сделать здесь стены. Ну вот как-то так. Так, теперь касательно проводов. Энергия. Мы должны вот здесь по тропинке провести провод, а здесь ставим аккумуляторы. Все, мы разобрались. Хип-хип-урей. Так, энергия, аккумуляторы. Ставим последние. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Как я и планировал, все-таки вышло. Так, теперь еще протянем провода в стены. Вот сюда и вот сюда, шеньки. Вообще найс. Мне ужасно нравится. Хоть с этим мы разобрались.
Так, касательно температуры. Температура в доме у нас, в принципе, отличная, поэтому мы можем сейчас переработаем камешку. Паула наша беспочечная. Переработает, и мы сможем уже улучшать вот это все дело в камень. Ну, в кирпич имеется в виду. Так, что вы вот этот весь камень не собрали, вы мне еще расскажите. 21 единица, это 400 кирпичей, так что, ребятки, приступайте. Так, что мы тут принесли? А, Паула, ты, кстати, свое оружие позабыла. Это ж ты там бегала, да? Да, ты позабыла. Так что забирай. Так. Как видите, к нам никто не идет. К нам никто не идет, потому что они прекрасно понимают, что в этом нет никакого смысла, и они при любых обстоятельствах умрут. Я их понимаю, да. Это тяжело осознавать, конечно, но так оно и есть. Так, у нас ремесленники есть еще нормальные. Ремесленники у нас два человека, кстати. Паула и Рислинг. Но она при этом животновод и фермер. Я думаю, можем себе позволить поставить второй стол. Камнерезный станок, точнее, простите. Как я посмел назвать это столом? Так, теперь вот это добро мы уберем. Оно нам здесь уже не надо. Так, вот это надо. Все, убирайте. Наводим по чуть-чуть порядок. По чуть-чуть наводим порядок. Бум-бум-бум-бум. Собрали, унесли. Молодцы. Так, проверяем нашу. Электричество, как оно расположено. Так, здесь все окей, здесь все окей. Вот это тоже нужно по стенам провести. Вот это вот все добро. Тоже нужно по стеночкам. Да, в целом неплохо. В целом неплохо. Даже сюда не надо проводить провод. Да, пока все окей. Пока пусть будет как есть. Так. Вы что еще не поставили? А строить кто будет? Чанг, что ли, тебя опять припахали? Чанг, остановись на секундочку. Спасибо. Так, смотрим, как у нас здесь стоит задание. Сделать каменные блоки из всех камней. А, мы там только расстояние должны отметить, по-моему. Сделать бесконечно. Стоп, там что-то. Детали. Гнилье. А при чем там гнилье? Окей. Так, наша задача... понизить расстояние, на котором они, собственно, будут... Ну ладно, вот весь склад задевало. И здесь делаем точно так же. Так, чтоб задевало только склад. Вот так. И бесконечно любые камни. Все, приступайте. Ну, сейчас они, конечно же, прямо сейчас приступят. Они выспятся, конечно, а потом уже будут что-то думать по поводу приступать, не приступать. Так. У нас Паула, конечно, в принципе, она справляется, но она у нас без почки, поэтому мы как бы ей так подмогу подкинем, что она там не загнулась у нас вообще. Так, вот с этой стеной не знаю, что делать. Можно разобрать, можно не разбирать. Так, давайте соберем вот это дело. Ураныч, ураныч надо собрать. Грузовые контейнеры. Что у нас в этот раз? Кожа бумалупа. Нет, спасибо, бумалуп. Бумалуп, ты мне не интересен. Так, вообще-то мы можем собрать сейчас покрытие, снять пол. Вот это добро снять. Мне интересно, мы сможем там что-то засеять, если снимем эту дрянь. Да, по-моему, можем, кстати. А ну-ка, проверочка. Зона посадки. Да, детка, отлично. Сейчас это немножко увеличим наше поле картофана. Так, дерево 1300 дерева. Ёпрес, у нас там склад, то есть забит, наверное. Да. Так, продолжаем нашу рассаду. Вот сюдашеньки. Вот так будет достаточно. Так, что там произошло? Политика из дружбы, его зовут Владимир. Владимир, добро пожаловать. Проходите. Рад вашему присутствию. Так, и здесь вот так сделаем. Вот, все. Достаточно, чтобы был запасик, так сказать. Так, камни переделают, Паула вообще вовсю пашет. А где второй Рислинг? Рислинг таскает камни. Окей, таскай. Так, там остался последний камешек. Уран добыли, кстати, уже. Ураны что добыли, 105 единиц. Ну теперь надо хотя бы оптовика дождаться, что ли, узнать его цену. А то так добыли, добыли, замечательно. А дальше что? Так, аккумуляторами все окей, да? 23... Да, все хорошо. Но мы можем полностью сносить вот эти все стены.
и переделывать их в каменные. Так, приказ снести к чертям собачьему. Вот так вот все подчистую вообще. Убашпе. Так, здесь все убрали, убрали, убрали. И вот эту стеночку тоже. Сбривайте, господа. Так, кто там? Редфилд урон добывает. Молодец. Сбривайте стены, сбривайте. Сейчас вы парочку дней поспите немножечко неуютно, зато потом от уюта просто охренеете. Так, постройка, стеночки. Вот так. Вот. Хотя тут не торопимся. Здесь нам нужно двери впихнуть, кстати. Кстати, да, я об этом позабыл. Здесь нам нужны двери. Давайте из стали. Вот тут, правильно я посчитал? Один, 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 один. Да, все правильно. Чтобы у нас везде были переходы. Так, и дальше продолжаем ставить стенки. Здесь, 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 здесь. Здесь прям полосу так можно провести. Так, я же все правильно делаю, да? 3 на 3, 3 на 3, да, все правильно. А, сейчас кровати стали все... Так, пардон, пардон. Все, станьте все обычными. А то сейчас эти все на полу положатся. Вот уже пример. Так, Лебланк, подъем. В кровать ложись. Лучше вы будете в общей спальне спать, чем тупо на полу. Так, Инна, подъем. А если подъем? Иди спать нормальную кровать, ну. Так, все, молодцы. Немножко будет у вас беспокойный сон и неприятный. Но надо с чем-то как бы жертвовать. Ядрить, мадрить, что произошло. Все 12 тысяч ватт ушли. Не справился, вызываю. Понятно. Ясно. Ребятки, вы понимаете, что делать? Нет, 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 нет. Минус 2 энергоблока и чуть-чуть поле даже задело. Окей. Естественно, это произошло посреди ночи. Когда это еще могло произойти, ну? Так, здесь вот так, вот так, 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 так. И здесь сейчас давайте этот проведем. Так, энергия у нас разве что будет с этого блока. Блин, а у нас же эти кондиционеры. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Кто у нас занимается? Чанг. Нет, нету времени. Найс, строй кабель. Строй еще. Недостаточно. Все, соединили. Проверяем. Энергия. Да, соединили. Все, окей. Окей. Так, и давайте сразу же возобновим наши солнечные батарейки тут. Упс-дупс. Все. Все остальное достроит. Все остальное такое не особо важная потеря. Так, дальше. Мы остановились на стенах. Стены здесь ставим. Здесь стены ставим. Здесь ставим. Здесь, здесь. Здесь. Везде стены. Больше стен. Так, так. Так, где я еще не влепил? Так, здесь. А здесь я даже не поставил на выбивание почему-то. Или поставил? Нет, не поставил. Так, продолжайте, продолжайте. Хорош, хорош. Так, и камни, конечно же, унесите все на переработку. Так, плохое настроение уже у кого-то. Так, отлично. В принципе, мы за один день, считайте, что справились. Вынесли старые, поставили новые стены. Так, то же самое мы можем повторить на складе. Вообще-то. Но я склад сначала увеличу, наверное. Я его сначала в два раза где-то увеличу. Так, сколько у нас здесь от маяка выходит? От маяка раза 3, 4, 5. То есть сюда еще на 5 маяк и еще 5 в бок. То есть у нас будет просто огромный склад. Так, давайте выстроите эти все стеночки. Вроде ж ничего сложного, ребят. Вы чё? В самом деле. Так, я надеюсь, они вот эту смогут построить. Так, теперь поехали. Core World Jeweler по имени Алиса Sparkles Orchard бежит и зовет на помощь. Она говорит, что ее преследуют чужеземцы и спасение муниципалитет на камень. Она умоляет о помощи и взамен предлагает присоединиться к поселению. Ее биологический возраст 41 год, а не лет. Так, если вы согласны принять ее, вам придется сражаться с чужеземцем. Ну, собственно, ребятки.
С муниципалитетом мы нечаянно, по сути, поссорились. Но раз они сразу захотели враждовать без каких-либо разговоров, то так тому и быть. Предложить укрытие. Биги Спарклс, я надеюсь, ты нас не огорчишь. Дальний бой вообще отсутствует, общение ни о чем. Искусство, ремесло. Блин, лучше бы мы тебя продали, честно. Лучше бы мы тебя продали. Ух ты ж, ядрить, смотреть. С винтовками в броне. Ух, сейчас что-то будет. Так, хорошо. Назначение. Область 1. Так, только мы область 1 сейчас увеличим. Мы же немножечко перестроили наше дело. Так, область 1. Аккумуляторы. Если что, чинить можете. Так, с этим все понятно. Вот эту закрываем. Вот это убираем. Вам сюда ни-ни вообще. Так, и увеличиваем склад. Все, добро пожаловать в область 1. Люми. Военное положение. И на нафиг. Редфилдс. Военное положение. Рестлинг. Военное положение. И Паула. Военное положение. У нас еще кто-то был военный. Чанг. Становись где-то рядышком, блин. Ну ладно, надо было бы Чангу тоже сделать. Что-то хорошее. Так, сейчас кто у нас? Инна. Инну мы возвращаем в любую зону. Инна. Все зоны. Вот это все добро нужно включить. Инна, приступай. Инна, все включить. Вот же бездельник, ну. Так, мы энергию вернули? Да, вернули. Все окей, должно хватить. На ночь перестрелки должно хватить. Ух, толпа, какая толпа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Это прям тест нашей защиты. 15 вооруженных... Четверо-пятеро из них даже в броне. Они, кстати, сожрут большинство наших ловушек на ровном месте. Ну, дожидаемся, собственно. Так, погнали. Ну же, я вас верю. Минус. Так, один начал двери ломать. Не дошел. Найс. Вот это хорош. Так, сейчас они начнут двери ломать под люки. Давайте, кто у нас там? Так, Паула свободно. Чанг с пистолетом. Этот с пистолетом, ты с винтовкой. Люми свободно. Так, берем вас троих, значит, и идем выбивать этих подлецов, которые решили повыбивать нам двери. Так, давайте только вот отсюда где-то. Так, ты сюда. Ну, в принципе, вы все неплохо сделали. Так, хватит выбивать мне двери. Так, там его убила турель. Куда он пошел? Еще одну дверь нам ломать, что ли? Догонять этого ублюдка. Ну, говнюк, реально пошел ломать дверь. Вот тебе, за дверь. Ах, это один из основных минусов. Они выламывают хреновую тучу дверей. Это неприятно. Так, хорошо, что у нас за персонажи тут? Искусство ни о чем, в общем. Так, умник-оптимист. Умник ни о чем, тяжелая дикция. Так, восприимчивый медлительный. Боже, да что вы за херь нам предлагаете, ну? Вот в чем основной подвох, наверное, эти рендерандомы. Он будет нам предлагать только тупо абсолютно бесполезных персонажей. Я понял, что от него ждать. А, так, нет, работа здесь, отдых здесь. Так, по расписанию. О, мы Редфилда по расписанию не выставили. Вот это хреново. Так, операторы, все операторы. Надзиратель, ты будь на троечке, ты на четверочке, на четверочке, на четверочке. Строитель 4-4-3, 3-2-2, я бы даже сказал. 4, тут ты на единичках будешь. Ты в этом про, я так понимаю. Кузнец, портной, ремесленник, это твое. Так, носильщик и уборщик. Так, а садоводами вы быть не хотите вообще никак, я понял. Да, в принципе, нехило. Ну и мы нехило получили за это все дело. Так, стены они здесь еще не все доставили, да? А им нужно уже ставить двери. Так, ну двери мы будем ставить уже каменные, наверное, сразу. Давайте из песчаника. Покрепче, так сказать, чтобы они не могли так за раз все выбить и побежать себе дальше. Как только что это было. Так, ну это все добро, конечно же, нужно собрать. Столько оружия пропадать не может. Сейчас мы всем винтовки выдадим. Наконец-то, а то с этими пистолетами бестолковыми бегают все. Так, а вы вздыхаете мучительной смертью. Так, тут что у нас? Нож из стали. Тоже бесполезная вещь. Так, трупы, я надеюсь, вы знаете, куда сносить.
Приступайте. Так, я всех выпустил. Всех. Животное, область для животных. Пусть бегает. Ну, я решил перекусить. Неплохой такой ужин. Точнее, завтрак. Молодец. Хитрый, хитрый. Так, давайте, приступайте все к работе. У нас же битых вроде бы нет. Вроде бы битых нет. Никто у нас не пострадал. Потому что нам нужно перезарядить ловушки. Потому что сейчас вдруг именно в этот момент на нас еще кто-то нападет. А нам это не надо. Поэтому, ребятки, приступаем. Приступаем. Я же говорю, приступаем. Что вы не понимаете? Значит, что здесь ни черта делать не надо. Точно так же, как и здесь. Абсолютно ни хрена. Так, кстати, Спаркл, с кем ты у нас... А, ты у нас никак не можешь быть военным, потому что у тебя скилла не хватает, поэтому ты будешь воркером. Ты у нас не боец. Таскайте, таскайте. Так, один сдох. Сейчас еще двое должны скопытиться. Скопытиться или убегут. Может, они еще и встанут. Хрен их знает. Так, давайте, собирайте, собирайте. Так, все блюда собрали. Параллельные стены тут строят вообще. Куча дел. Да, они все-таки смогут по диагонали строить. Отлично. Все, мы застроили. Теперь проверяем, сколько у нас здесь получается. 1,4, 2,0. Ой, у нас здесь не заглаженная комната вообще. 3,7. Да, да, мы можем нехило вообще улучшить их условия проживания. Так, давайте, что вы там шкварите, что происходит? Так, там каменные стены. Все, это вы доделали, теперь работайте с этими всеми трупаками. Так, трупаки не забудьте раздеть. Не забудьте раздеть для начала. Ох, сколько с них брони, вещей. Ребята, переодевайтесь. Вы что? Переодевайтесь. Даже щиты есть, кстати. А щит можно, кстати, нехило использовать. Кому-то из наших небоевых дать, к примеру. Как-то его использовать. Так, перетаскивайте все шмотки. Мы их, конечно же, используем. Мы их или продадим. Половину вы уже нацепляли на себя, конечно. Я в этом даже не сомневаюсь. Он уже в бронике бегает тело. Все с вами ясно. Мародеры вы, одним словом. Так, я надеюсь, трупы гнить не начнут сейчас. Испортить через один день. Блин, плохо на самом деле. Давайте еще кто-то у нас подготовит. Сколько надо? А, я посчитать сейчас не могу. Так, трупы. Сколько труп? 13 и там 14, да? Делаем 14 могил. Делаем 14 могил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Окей. Сейчас они все шмотки пока перенесут. Сейчас эти трупы изгниют. Ну, нам, в принципе, как это без разницы, нам их не есть ведь правильно. Поэтому сгниют, так сгниют. Мы их просто закопаем немного подгнившими. Хотя у этих настроение упадет. А, вспышка звезды, боже, я думал, что с энергией произошло. Так, оружие мы нахапали неплохо. Особенно мне нравится хорошая винтовочка. Кстати, еще и прочность 99. Вот это приятно, вот это действительно приятно. Так, вот это надо было вырубить вообще-то, ребята. Надо было бы вырубить. Так, а тут у нас еще дробовики. Ну, херня, в общем. Это все можно гордо продавать. Так, давайте быстренько отоспались и погнали. Потому что вам тут еще носить и носить. Так, давай, быренько перекусь. Ну, они там вещи меняют, да? Какие хитрые. У него броник уже поношенный был, он решил, давай-ка я новый возьму, чем мне с поношенным ходить-то, правильно? Так, давайте, потому что трупы, я чувствую, сейчас сгниют. Трупешники сгниют. Так, повыключали, молодцы. Так, копай, копай, копай могилы, Чанг. Начинай, наверное, сразу их и хоронить. Начинай их сразу хоронить. А, вы сразу их, молодцы вообще. Всей толпой их перехоронить, чтобы они тут не воняли. Не воняли. Так, все, всех похоронили, да? Хорош. Теперь соберите остатки шмотки. Так, вспышка прошла, да? Все, хорошо. Шмотки забирайте, медичку забирайте, все почистите и тогда восстановим ловушки. Давайте, прибирайте эту кровушку, все. Как будто бы здесь ничего и не было. Как будто бы здесь ничего и не было. Так, исследование ковки завершено, давайте...
Так, электроплавка позволяет строить электропавильник, который извлекает металл из кусков шлака. Нет, шлак нам не интересен. Гидропоника, пивоварение. А что тут надо? Тут нужна электроплавка. Мультианализатор. Кстати, давайте посмотрим, что с этим мультианализатором. Мультианализатором, простите. 50 пластали, 20 золота. Неплохой такой мультианализатор. Мне нравится. Так, давай электроплавку изучи. Я, конечно, крематорий не планирую делать в будущем. У нас все-таки будет устрашающее кладбище. Но, тем не менее, так, перезаряжайте все это дело. Только не убейтесь, я вас прошу. Я вас прошу, не поубивайтесь. Я вам буду благодарен. Потому что у нас уже без почки. А, нет, почку ему отстрелили, по-моему, Пауле. Отстрелили почку, значит, все нормально. Я думал, что ее просто отбило ловушкой. Нет, ну вот куда ты пошел? Ну, животное. Пока стабильно. Пока вроде стабильно. Вот эти, которые выбегают на линии, они могут получить урон. Без проблем вообще. Или они уже наловчились? Дай бог, что они наловчились. Так, что мы еще можем апгрейдить по стенам? По стенам давайте, наверное, выбьем... Мы как сделаем тогда? 5 единиц. Сейчас я все пересчитаю. Так, здесь мы точно выбиваем один ряд. Так, от маяка у нас 3, 4, 5. Ладно, давайте просто выдолбим 3, 4, 5, 6. Долбите. Надеюсь, никаких обвалов не будет. Надеюсь, обвалов... Ну, быть не должно. У нас вроде по высоте нормально все. По высоте вроде все нормально, обвалов быть не должно. Так, хорошо, камня у нас 440, мы можем сделать еще 4-5 ловушек. А можем загрейдить какие-то из стен. К примеру, вот стены в склад мы можем загрейдить. Вот здесь, на самом деле, мы должны были сделать больничку. Должны были сделать больничку, но что-то как-то никак. Что-то как-то никак. Ладно, мы ее, конечно же, обязательно сделаем. Давайте пока склад расширим. Так, тут мы все налутали. Так, это что такое? Стена из песчаника. Так, я пока не стремлюсь ее ломать. Я надеюсь, что это просто стенка. Без всяких комнат. Без всякой ереси. Так, выбили. Так, бейте дальше, что восстановились. Так, и все-таки пора здесь увеличить нашу защитную стеночку. Так, увеличим. Турель, наверное, пока ставить не будем. Я думаю, пока не нужно. Так, эти тут и жарят, и шкварят. Так, торговец, беги к нам. Мы тебя с нетерпением ждем. Так, стеночки поставили, хорошо. Разбивайте все к чертям собачьим. Люми просто бешеный шахтер, серьезно. Сколько у нее скилл? 11, всего лишь 11, она такого говна раздает. Но сравнительно с Лебланком, это ж вообще небо и земля. Так, собирайте все камни. А мы увеличиваем, значит, со склад сюда и сюда. Тут мы сколько? 6 блоков сделали, да? Так, где у нас маяк? Маяк, ты где? Я потерял маяк. Раз, два, три, четыре, пять. Вот где-то в этой полосе он должен быть. Торговый маяк. Вот. Вот где ограничивается его действие. Значится, это... Раз, два, три, четыре, пять. Маяк. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Да, я так не могу посчитать. Так, где наш? Разный маяк. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь ставим маяк. Все. И мы таким образом продолжаем наше складище. Так, здесь отшлифовываем, конечно же. Да. И в итоге мы ничего не теряем. Молодцы. Ну, правда, энергию сюда надо дотянуть. Где у нас кабелек? Все должно работать, да? Дотянулся? Серьезно, не дотянулось? Это ж не смешно даже. А так? Все, дотянулось. Так, шлифуйте тогда здесь. У нас какая-то из комнат, кстати, была не отшлифована. Вот это. Проверяем здесь.
Здесь проемы не отшлифованы. Окей. Отшлифуем проемы. Так, здесь, ну, в принципе, шлифовать смысла нет, но пусть будет. Так им будет просто приятней. Все, приступайте. Так, ребятки, ну что, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте ставить лайк. Если же это видео понравилось, не забывайте подписаться на канал. А мы встретимся с вами в следующем эпизоде. Удачи!